Товарищ председатель призывной комиссии, призывник Сухинин Павел Алексеевич на призывную комиссию прибыл. Братья Павел и Роман Сухинины призывного возраста по повестке явились на призывную комиссию в Щелковский военкомат. Оба студенты очного отделения. Им предоставляется законная отсрочка на весь период обучения. Решение призывной комиссии вам предоставляется отсрочка на срок обучения до 2023 года. В соответствии с этим до 1 октября ежегодно справку с вуза. В городском округе стартовала осенняя призывная кампания. В военном комиссариате организована работа призывной комиссии. В президиуме председатель, он же заместитель главы администрации, и военный комиссар. На первое заседание по повестке явились молодые люди 92-2001 годов рождения, состоящие на воинском учете. С 1 октября 2019 года начался осенний призыв. В соответствии с этим сейчас совместно работает межведомственная комиссия по призыву. Наша молодежь городского округа Щелково готова служить в вооруженных силах. Призывная комиссия – заключительный этап перед отправкой новобранцев в армию. Здесь внимательно проверяются выводы медкомиссии и принимается решение о соответствии призывника требованиям военно-учетной специальности. С этой осени всем прошедшим комиссию прямо в военкомате делают прививку от гриппа. Вы сейчас присядете, получите направление на прививку, после этого спускаете 10-й кабинет. С вами продолжают мероприятие по призыву, там дактилоскопия, направление на анализы, характеристики и так далее. Понятно, да? Вопрос. Осенний призыв проходит ежегодно с 1 октября по 31 декабря. Торжественные проводы молодых людей в армию состоятся до 1 ноября. Этой осенью от военного комиссариата в ряды вооруженных сил будет призвано 139 человек. Михаил Налетов, Александр Аржевский, Щелковское телевидение.